судья международной категории Алексей Тихоглазов, Россия. The United Gold Wrestling Referee Delegate Алексей Тихоглазов, Россия. Главный секретарь соревнований Баргарин, Литва. Madame, Monsieur, nous voudrions vous présenter le délégué technique du monde uni de lutte, Rizvan Bouchkaev, Russie. Délégué d'arbitrage du monde uni de lutte, Alexei Tikhoglazov, Russie. Et le secrétaire en chef de la compétition, David Markalia, Lituanie. На ковре цель победил Марко Галли, Италия. On the men's seat, the winner is Marco Galli, Italy. На ковре Б победу одержал Анвар Диас, Казахстан. Мэтт Би, the winner is Анвар Диас, Казахстан. На ковре Б приглашаются Роман Жакхан, Казахстан, Дмитрий Горширин, Россия. Четвертый круг, весовая категория до 110 килограммов. Мэтт Би, раунд 4, the weight class of 110 kilos. Роман Жакхан, Казахстан, and Горширин Дмитрий, Россия. Requested to the Мэтт Би. На ковре приглашаются борцы весовой категории до 120 килограммов. До 110 килограммов. Михай Андре Драгне, Румыния. Викарус Медеров, Казахстан. Wrestlers invited to the men's scene. Михай Андре Драгне, Румыния. Викарус Медеров, Казахстан. Weight class up to 110 kilos. На ковре Б продолжается схватка весовой категории до 76 килограммов.
Его соперник в синем Рашгарде – Спартак Микаэля. На ковре ДМ победа одержала Спартак Микаэля, Армения. On the main team, winner is Spartak Mikaelian, Armenia.